Всем друзьям привет, с вами я Скелет. В этом видео сегодня я буду трейдить перманентного Т-рекс фрукта. Посмотрим, что из этого, ребята, у нас получится. Я надеюсь, что вы поставите лайкосик за оперативность и просто за то, что видео будет крутым. Поставьте, пожалуйста, лайк на это видео. Также не забудьте подписаться на мой канал. Ну и заходите в мой Discord сервер и мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Ну и в моем телеграм-канале сейчас проходит конкурс на фрукт-тесто. Заходи и участвуй. Ну а я приступаю к видосику. Погнали! RBX Fail. Лучший сайт по покупке робоксов. Очень выгодный курс. 1 рубль, 1,5 робокса. 1000 робоксов вы можете купить всего лишь за 700 рублей. Также на сайте есть вкладка с бонусами, где вы можете получить бесплатные робоксы. За использование промокода вы сможете получить 40 робоксов к себе на баланс, а также пригласить друга, и он тоже получит 40 робоксов. Свой промокод я оставлю в закрепленном комментарии. Также тут есть задание, за которое вы тоже сможете получить бесплатные робоксы. Также в их группе во ВКонтакте проходит конкурс на 100 тысяч робоксов. Ссылка на сайт будет в закрепленном комментарии и в описании. Я им даю первым Т-рекса, и он дает дракона, контроль. Прикольненький трейдик. Но мне кажется, что как будто бы этого маловато. Хотя нет, мне кажется... тесто. Вот так вот, мне кажется, такие даже, ребята, хороший трейдик. Я думаю, можно было бы на такой и согласиться. Ух ты, прикольно. Можно было бы согласиться, в принципе, только трейд. Да, я согласен, но было бы. В принципе, трейд хороший. Он убирает все, ставит, что-то хочет. Что он поставит сейчас? Контроль поставился также. Ну, в общем-то, ребята, трейдик хороший, мне нравится. Так, я думаю, первым Т-рексом мне он дает тесто, спирит, контроль и феникс. Так, феникса убрал, и феникс поставил, ну окей. Трейдик прикольный, трейдик, конечно, хуже, чем прошлый, но трейдик прикольненький. Но, правда, я думаю, что на такой трейдик я бы, ребята, не согласился. Но, смотря как кому нравится, мне лично такой трейдик не очень. Держи первым Т-рекса, и что ты можешь предложить мне за него? Он дает леопарда, дракона, так, прикольно, спирит фрукт, и все. Ну, мне кажется, что если за обычного дают леопарда, ну, можно было бы дать... Либо еще одного дракона, либо бы, может быть, я не знаю, второго леопарда. Было бы прям реально очень мощно и круто, как по мне. Либо бы там еще два теста вместо одного спирита, да? Тогда было бы реально прям круто. Так, следуем перманентного Т-рекса. И он дает мне, получается, венома, тесто, спайдер и все. Ну, маловато, он даже не захотел трейдиться, и ну и ладно. Такс. Держи себе перманент Т-рекс, он дает мне леопарда, леопарда второго, третьего леопарда и дракона. Ого, вот это, ребята, трейдик реально хороший. Такой трейдик мне нравится, прям мощненько. Три леопарда и дракон. Это прям очень хороший трейд, ребята, очень-очень хороший трейдик. Так, он мне дает тоже леопарда, дракона, контроль и тесто. Трейдик тоже, ребята, я бы сказал, наверное, в принципе, хороший. Так, он убрал контроль и обратно поставил контроль, окей. Ладно, все равно, в любом случае, трейдик, ребята, хороший, в принципе, мне такие даже, ребята, нравится данный трейдик. Так, я даю перманентного Т-рекса, мне дают обычного Т-рекса, контроль фрукт, венома фрукт и шедоу фрукт. Ну, как будто бы этого маловато, да, все-таки это перманентный Т-рекс, мне дают веном контроль, ну, слабо, очень слабо. К тому же он сейчас все убрал и оставил один контроль. Почему так? Он, типа, хочет один контроль дать или что? Ну, он дал все то же самое. Ну, нет. Все-таки какой-то слабоватенький трейд, слабо. Итак, я даю, ребята, перманентного Т-рекса, мне дают контроль фрукт, саунд фрукт, спайдер фрукт и магма фрукт. Ну, как будто бы прям вообще не то. Очень тоже мало, очень слабо он пишет ОМГ плюс. Но, к сожалению, нет. Это очень слабый трейд для того, чтобы согласиться на него. Итак, я даю перманент Т-рекса, мне дадут... Ой, это мамонт, не то. Я даю перманентного Т-рекса, мне дадут Т-рекса обычного, мамонта, саунд фрукт и гравити фрукт. Как бы выглядит круто, новиночками такими пахнет, но нет, этого все равно как бы маловато для того, чтобы согласиться на трейд перманентного Т-рекса, как мне кажется. Были бы какие-то два любых других фрукта, кроме саунда и гравити, например, там леопард и тесто, либо леопард и дракон, либо дракон и тесто, может быть, можно было бы сказать, что это хороший трейдик был бы, но нет. Так, давай держите, ты держи перманентного Т-рекса, мне дают дракон, спирит, рамбл, ну, мало. Начало было хорошим, но все-таки Dragon Spirit плюс Rumble как-то маловато, конечно, этого. Так, с меня опять дают дракон, Rumble и Love. Прям еще меньше даже, чем давали. Окей, понятно. Так, иду первым Т-рекса, мне дают фрукт Близзарда и все. Так, сейчас мне дают фрукт Гравити и все.
Что это такое, лол? Мне дали один Work Gravity за первым T-Rex, типа, ну, этого реально очень мало. Еще мне дали один Blizzard за одного первым T-Rex, это тоже очень-очень мало, ребят. Так, я даю пермент на T-Rex, мне дают 2 леопарда, 3 леопарда, 4 леопарда, ого! 4 леопарда за пермент T-Rex, это очень, ребята, тоже таки даже хорошо. Это прям крутой трейдик, мне нравится трейдик, прям... Пушечка, ё-моё, блин. Если что, ребята, все трейды можете оценить в комментариях. Я обязательно все почитаю. Так, я думаю, пермент Терекса мне дают китсуна 2, 3, 4, 3 китсуна и контроля. Офигеть, просто. Это что за супер богатый такой сервер здесь? Ё-моё, блин. Это прям круто. Прям очень круто, конечно, но... Даже не знаю, нет, даже какой но. Мне кажется, даже этот трейд намного круче, чем прошлый. Я же забыл, что есть китсуна и фрукт. Офигеть, просто. Просто, блин, это прям реально очень круто, очень-очень, мне нравится. Итак, ребята, у нас получился вот такой трейдик, я думаю, перментерекса, 3 леопарда, и он мне дает 3 китсуна. Все, ребята, трейдик совершен, давайте посмотрим. Так, стрежер, все, да, 3 китсуна есть, и больше нету перментерекса, ребята, к сожалению. Получается, что вот так вот затрейдились мы, в принципе, ну... Прикольно, я думаю, что это даже очень-таки хороший, ребята, трейдик. Если что, вы можете оценить его в комментариях. Если что, вы можете оценить этот трейдик в комментариях, норм ли это был трейдик и выгодный ли он был для обоих сторон. Или кому он невыгодный, кому выгодный, ну короче, я обязательно все почитаю. Пишите свое мнение по поводу этого трейда в комментариях. Итак, ребята, вот и получается, затрейдил перментного Терекса на 3 китсуны, и при этом еще отдав сверху 3 леопарда. Если что, ребята, можете писать в комментариях, как вам такой трейдик, нормально или ненормально. Я считаю, что вроде бы, мне кажется, что трейд был хороший. Если что, все ваше мнение пишите в комментариях, я обязательно все прочитаю про этот трейдик и про все другие трейды, которые были до этого тоже. Ну и получается, мое видео, ребята, подходит к концу. И если вам это видео было интересным и оно вам понравилось, то, пожалуйста, ребята, поставьте лайкосик на это видео. Также, ребята, подпишитесь на мой канал и не забудьте зайти в мой Discord сервер и мой телеграм-канал. И сейчас в моем телеграм-канале проходит конкурс на фрукт-тесто. Заходи и участвуй. Ну а я, ребята, заканчиваю на этом свое видео. Смотри мои другие видосики тоже. И всем удачи, и всем, ребята, пока-пока.